стороны. Просто... Алло, алло. Да. Привет, командор. Сергей Валерьевич. Привет, Святослав. Да, включил запись, ну, включил камеру, чтобы сделать анонс. Что, ты движешься? Так. Да, я движусь к тебе. Так, будем делать прямой эфир? Давай будем делать прямой эфир. Во сколько? Ты где? Значит, я в Жулебино возле метро стою. Так, во сколько? Сейчас ухожу и до тебя доеду, что тебе купить. Слушай, давай, приезжай и все. Понял, хорошо. До встречи. Давай запишемся. Чай, кипяток есть. Ну все, понял. Смотри, сейчас 16:24. Тебе где-то минут 50, наверное, ехать. Ну, наверное, да. Да. Хорошо, и там дойти. Ты даже с партизанской позвони, я выйду, тебя встречу. Хорошо, окей. Хорошо? Да. Давай, все. О чем будем говорить? Ну, будем говорить о прорыве в области информатики. Будем говорить о разных новшествах, новостях. Слушай, я хотел бы сконцентрироваться, что у нашего товарища Афанасия Копалкина отец в сложной физиологической ситуации. Инсульт, и надо помочь. Я хотел бы не распыляться, чтобы мы это объявили, потом мы можем про новости, про что угодно. И, это само собой. И восстановление, после инсультное восстановление, это ключевой разговор наш. Ну, один. Все, жду, звони, я тебя встречаю. Все, договорились. Спасибо. Так, есть Несаренко, дорогие друзья, так что готовьтесь к прямому эфиру.